птичка. И вот скала, петушок называется. Попробую сейчас на нее добраться. Особенность этой скалы заключается в том, что никто не может объяснить, откуда она здесь взялась. Вот этот гранит, потому что кругом больше гранита нигде нет. И вот такой кусок скалы, непонятно откуда взявшийся, ну как будто с неба упавший. Вот он, гребешок у петушка. Эх, мне уже начинает не хватать трехмерности пространства, когда все время то вверх, то вниз. Это крайняя точка Кавказа, за которой начинается степь. Вот такое ущелье, видимо, бывшее русло реки, которое называется Дантово. Скалы совершенно необычные, поросшие мхом. Что там за углом? Вот он вход, он же выход. Краснодарский край, горячий ключ Дантово ущелье. Приезжай. Кстати, этот мост называется Счастливый мост. Поэтому, девчонки, вот на него поднимаюсь вместе с вами. Иду по нему. И желаю вам всем счастья. Будьте счастливы, что бы ни случилось. И, разумеется, здоровы.